29 мая Николай Вчеров и Николай Полторацкий побывали на стройплощадке детского сада в микрорайоне Волокно. Они осмотрели место строительства и обсудили проект будущего детского сада. В конце 80-х детсад начала строить фабрика технических тканей. Изначально он был рассчитан на 120 мест. Ввести в эксплуатацию объект помешала перестройка и последовавший за ней экономический упадок. Однако Николай Полторацкий взял на себя обязательство по безвозмездной помощи в реконструкции здания детского сада, ведь дети должны жить в сказке. Пытаемся сделать для детей варианты вот волшебного замка, чтобы они попадали в сказку, потому что местность у нас красивая, исходная, вы сами видите. Детсад построят в прекрасном сосновом лесопарке, его архитектурный облик будет оформлен в виде сказочного замка. Он рассчитан на 7 групп общей численностью 120 детей. Также запланировано строительство нового корпуса с бассейном, который будет связан с основным зданием, отапливаемой галереей. Дополнительно к строительству компания укомплектует его современной мебелью и оборудованием по последнему слову техники. Затем компания безвозмездно передаст дошкольное учреждение в дар городу Курску. Детсад станет подарком молодым курским семьям. Открытие запланировано на декабрь 2014 года. Ко мне, наверное, самый частый вопрос, к которому обращаются как депутату: помогите устроить ребенка в детский сад. Поэтому, как только я узнал о том, что существует бесхозный детский садик, тут же обратился в администрацию, и взаимное понимание у нас сразу созрело. Наша компания обязуется его восстановить, реконструировать и передать городу безвозмездно, с тем, чтобы дети всего округа или, может быть, всего города приходили сюда и здесь были. Это будет достаточно хороший современный детский садик, причем такого оздоровительного направления. Учитывая, что в городском бюджете нет лишних денег на социальную сферу, все расходы по строительству Николай Викторович полностью взял на себя. Новость о будущем дошкольном учреждении вызвала массу положительных эмоций у местных жителей. Мы очень довольны, что будет у нас садик. Даже невероятный, очень красивый.